Добрый день. Пришел. Даже не знаю как. Тут не написано. Дай мне аппарат. Вот этикетка. Сейчас мы его распечатаем, я вам покажу, что это такое. И меня соседнего поселка попросили показать. Если он понравится, я скажу, можно покупать или нельзя. Так. Ну и все, дальше инструкция надо. Дальше начинается у меня фантастика. Ёлки, он тяжелый еще. Он еще тяжелый. Инструкция там где-то там. Ух ты, главное не заклеено, наверное. Так, сейчас посмотрим. Вот это расширительный, как не расширительный, как он называется, я знаю. Это вакуум тут. Так, это еще краник, наверное. Ну, короче, сейчас я покажу, как он выглядит. На резинках. Это тепловое реле, это я знаю, я прочитал. Используется длинный... Так. Используйте длинный воздушный шланг, шланг на месте удлинителя. Удлинитель может стать причиной снижения мощности повреждения двигателя. Не используйте или используйте, не понял, да ну? Чего они? Это не хочется сказать, что я к этому. К атомной станции сразу буду подключаться. Удлинитель. Все удлинители. Чего они? Так, вот это я не знаю, что. Ну это регулировка, это я знаю. О, ладно, я потом под микроскопом посмотрю. Не знаю, посмотрим. А, это крышка откручивается. Наверное. А это регулировка давления. А тут манометр. Минус. 0,48 должно. Вот так примерно быть давление. Вакуум должен быть. 0,48 атмосфер. Все, сейчас инструкцию прочитаю, включу, расскажу. А с той стороны как он выглядит, да? Тут, там с той стороны ничего нет. Я знаю, что если попадает молоко вот сюда, то оно потом вот здесь молоко, чтобы... Нет, через аппарат и сюда, а чтобы в двигатель не попало. Но я вот эту крышку хочу потом снять, посмотреть. Или так загляну, посмотрю, что там такое внутри. Все, разобрался с инструкцией, со шлангами еще пришлось поменять. Вот это, когда если вдруг передует, но этот бачок хороший, он не передует, он здоровый. Вот, если что, это конденсат и молоко если попадет. Все, мы доили, нас учили 4,8, 0,48 давление должно быть. А в книжке тут написано от 4 до 6, я не знаю, может корове больно будет, 0,6. Вообще одна минус атмосфера. Сейчас включу, покажу, как он дует. Но он орёт, не слышно будет. Но я покажу все равно. Так, вот так включается и вот так выключается. И все, и не смазывать ничего не надо. Не знаю, сколько протянет. Вот все работает. Пульсатор работает. Корова, идите сюда. Сейчас кому-нибудь подаю. Если поймаю. Вот еще инструкцию не прочитал, что там написано. Сейчас скажу. Все. Удалите осадки с бака для предотвращения коррозии бака. Ну, вот этот краник. Я, может, краник сюда поставлю. Так все нормально. Меньше 20 тысяч стоит, а с этим, с бачком
27, по-моему. А это 19 копейками. Это регулятор давления регулировать. Здесь вот этот предохранительный клапан я прочитал. Это ресивер, там двигатель, но разбирать я не буду. Хотя можно разобрать, потому что в ремонт. Все равно не в ремонт, а кто мне в гарантию, где я его буду сдавать? Посмотреть, что там внутри, охота. Тут чурочка что-то там такое, не знаю. Какая-то заглушка на ручке, какая-то он тут. Не знаю, не буду разбираться. Ну что, он легкий, неудобный, все. Поставлю как-нибудь подальше от коров. 5 метров шланг, больше нельзя. Еще готов аппарат.